Архангельский мусоросортировочный комплекс посетили представители администрации Северодвинска. Причина – вопросы горожан. Куда направляют мусор, отсортированный ими дома? Ответ у Алексея Макеева. Возможностей для раздельного сбора мусора у северодвинцев стало больше. В городе уже есть 49 контейнеров под РСО, а Архангельский мусоросортировочный комплекс получил заявку еще на 77. Но о работе самого комплекса жители знают мало. Как сухие отходы из контейнеров попадают на сортировочную ленту, представители Северодвинской администрации увидели лично. Контейнеры выгружаются именно на мусоросортировочном комбинате, и они везутся все на полигон, о том, что на самом деле это эффективно, и весь этот труд их, который они дома выполняют, сортируя мусор, он не проходит даром. Сейчас комплекс принимает содержимое 420 контейнеров ежедневно. Сотрудники вручную выбирают полезные фракции – пластик, стекло, металл и бумагу. Бутылки пластиковые, железо, пакеты, ведра. Белые А4 есть, есть цветные книжки, как бы там книжки, журналы. В переработку идут очищенные материалы и желательно уже в смятом виде. То есть, чем ответственнее жители подходят к делу первичной сортировки, тем меньше отходов, так называемых хвостов, пойдет на полигон. Людей, приезжающих на экскурсии в Архангельский мусоросортировочный комплекс, больше всего интересует, куда поступает обработанное сырье, куда вывозятся хвосты, сколько сырья поступает на линию и куда мы его все-таки отправляем на дальнейшую переработку. ПЭТ-тара отправляется как местным переработчикам, так и в Нижний Новгород, Тверь и Сенеж. Сбор стекла ведется совместно с местными сборщиками. Налажена транспортировка стеклянного боя на перерабатывающие заводы. У нас будут основания твердо утверждать, что да, действительно она происходит сортировка, и что отходы вывозятся не на полигон, а что они действительно сортируются для дальнейших переработки, утилизации и обработки. Планируется, что уже осенью мощности вырастут до 1500 контейнеров в сутки. Это даст возможность обеспечить работой 86 человек в 3 смены. Алексей Макеев, Ольга Красулина, регион 29.